Всем приветики! Я хотел бы вам показать, как можно с листовами Windows сделать полную копию вашей системы. Не точку восстановления, а именно полностью копию, со всеми программами, со всеми настройками. Ну, в общем, клон. Для этого вы нажимаете «Пуск», пишете в нем «R», «Архивация и восстановление». «R» просто пишете, и она находит «Архивация и восстановление». Нажимаете. И здесь у вас, получается, открывается такое окошко. Нажимаете «Создание образа системы». То есть полный образ системы, прям целиком. Точка восстановления — это какие-то такие, какое-то небольшое количество файлов, с помощью которых можно восстановить систему, если слетит. Какие-то именно файлы системные в папке Windows. А образ системы — это полностью все. Все программы, все настройки, вообще все полностью. Даже значки на рабочем столе сохранятся в том же положении, в котором мы были. Вот. И в итоге вы... Оно вас спрашивает, где будем сохранять архив. Вы выбираете место, где будете сохранять архив. Нажимаете «Далее». И оно вас спрашивает... Вам показывает, да, спрашивает, что будем сохранять. Вы можете выбрать, какие диски, можете вообще все выбрать. Но, естественно, у вас должно быть столько места. Но в основном выбирайте системный диск. То есть, вот, например, система 90 гигов. У меня второй системный диск, с которого идет запуск 8 гигов. То есть всего где-то 110 гигов. То есть полностью все, что есть на жестком диске, полностью все скопируется. Нажимаете «Далее», и оно говорит, что нужно 108 гигов. Ну, я уже сделал архивацию, поэтому в итоге вы соглашаетесь, и оно у вас создает архив системы. И в такой вот папке Windows Image Backup появится ваш образ системы. Вот если посмотреть, 118 гигов. И здесь получается у вас сама система, вот где будет находиться копия жесткого диска, это вот диск C. А это диск D. Можно открыть даже через архиватор и увидеть, что вот она, моя система. То есть, что тут, то и тут одинаково. Ну, вот оно, все одинаково. И дальше, когда вы сделали образ, здесь и жесткий диск один, второй, какие-то параметры необходимые, еще какие-то параметры. А потом вы просто можете, даже еще можете сделать, записать диск восстановления. А можете не записывать, вот здесь есть такая функция «Создать диск восстановления». Оно создает диск, с которого можно будет восстановиться. Ну, то есть, чтобы восстановить систему, вам нужно будет с чего-то запуститься и указать, что нужно восстановить этот архив. Вы можете либо записать диск, либо, если у вас есть установочный диск с Windows, его вставить, и там будет написано «Восстановление системы». И через него как раз-таки можно восстановить систему. Ну, а дальше я покажу, как. А дальше вы либо берете диск, с которого восстанавливали систему, либо записываете через ту менюшку, которую я вам показывал, на отдельный диск, как это сделал я. Это DVD-рубашка, если что, можно стереть. И вон они, записанные файлы. Такой маленький кружочек, вот она линия. Это те файлы, которые записаны, их там очень мало. И просто вставляете в привод. Оно загружается. Выбираете меню загрузки. F12. Когда оно загрузится, выберите ваш привод, и оно с него начнет запускаться. Когда оно загрузится, у вас появится менюшка, похожая на установку Windows, но это будет не установка, а восстановление. Но если вы записали именно диск восстановления, как я это сделал, это будет именно восстановление. Если установочный диск, то
Там вам будет предложено установить систему, и ниже будет типа такая надпись «Параметры восстановления». Нажимаете туда. Далее вот они, «Параметры восстановления». Нажимаете «Далее». Оно находит вашу Windows. И далее, когда оно найдет, вы нажимаете «Восстановление компьютера с помощью образа». Далее. И вот он, наш образ, который мы создали. Вот. Дальше просто нажимаете «Далее». Оно говорит, что будут восстановлены диски, которые были заархивированы, D и C. Нажимаете «Далее». И дальше оно говорит, что будут... Вы можете либо отформатировать и разбить на разделы диски, при этом исключить лишние диски. Тот диск, с которого вы восстанавливаете, автоматически исключен. То есть тот диск, на котором у вас лежит резервная копия, уже автоматом исключен. А это диск, на котором мы будем устанавливать, как бы... Если на нем что-то есть, вы можете отформатировать, можете не форматировать. Тогда оно поверх запишет. Вот, но у меня там как бы много всяких файлов. Ну, то есть получается, ненужных можно отформатировать, в принципе. А можно не форматировать, то есть вы просто восстанавливаете, и оно восстановит рядом. Ну, по идее, ко всему тому, что там есть, два новых раздела появятся. Но я нажимаю «Форматировать», исключать ничего не надо, потому что у меня два диска получается, тот, с которого я восстанавливаю, и на который я восстанавливаю. Вот, и вы нажимаете «Далее». Готово. И она вас предупреждает, что будет диск сформатирован и заменен на образ системы. Нажимаете «Да». Ну и все. Пошло восстановление. Получается, оно сейчас отформатирует полностью этот диск, на который мы устанавливаем, и создаст там копию системы. Вот оно диск D восстанавливает уже. Ну, диск D маленький, всего 8 гигов. А потом будет восстанавливать диск C, там уже гигов 100. Ну вот, диск C завершил устанавливать. Теперь устанавливает диск C. Ну и, естественно, она уже идет намного медленнее, потому что информации побольше. Ну вот и завершается установление диска C. Довольно-таки так, долговато, минут 20 прошло. И вот оно завершает. Самое интересное, что она не только восстановит раздел, но еще и создаст ту же разметку. Ну, а дальше она просто предлагает перезагрузить. Она создаст ту же разметку, с которой и были у вас диски. То есть диск... Так, Windows 10 нам надо. Мы возьмем Windows 10. Не в ту систему, которую восстановили, а в другую. Потому что с той системы я хочу запуститься на другом железе, которое восстановил. У меня просто железо стоит не то, на котором я создавал бэкап. Поэтому я хочу... Ну, просто я сейчас восстанавливаю, а потом покажу, ну, хочу показать, как оно, типа, восстановилось. А бэкап я создавал на другом железе, и для него восстанавливаю бэкап. Потом здесь все пересоберу, и на нем запущу на другом железе. А на этом железе я запущусь с другой системы, чтобы показать, что оно действительно восстановилось. Ну, и вот загрузилась десятка. И на ней мы сейчас посмотрим, что все восстановилось.
Получается, заходим в управление. Управление дисками. Ну и вот оно так же, как у меня было. Первый диск D, потом так же, как там нераспределенные 200 гигов. Потом диск C. И даже диск E, который я не копировал, все равно сюда влетел. Разметка влетела. То есть, как мы можем видеть, два диска, которые я копировал, вот они. Ну и вот тут диск системный. На нем все так же, как и было там. И тот диск, то есть два этих диска, оно скопировало, они заняты. А диск F я не копировал, он пустой. Это говорит о том, что оно даже разметку сохранило. Не только жесткие диски, но и разметку. То есть вот у меня также и там было. Сначала был диск D, потом ничего, 200 гигов, потом диск E и F. То есть полностью копию жесткого диска сделала, а файлы сохранила лишь в тех разделах, которые я выбрал, D и E. А F остался пустой, потому что я его не выбирал. Но разметка сохранилась. То есть это, можно сказать, клон того жесткого диска, с которого я делал образ. Ну и таким вот образом вы можете сделать образ системы. То есть вы прям полностью, можно сказать, жесткий диск копируете с одного жесткого диска на другой. То есть если вы хотите переехать с старого жесткого диска, который плохо работает, на новый, который только что купили, то вот таким вот образом создание образа системы и его восстановление может вам в этом помочь. Вы просто с одного жесткого диска пересядете на другой, потом включите новый жесткий диск, убедитесь, что он работает, можете на нем недельку там попользоваться, убедиться, что точно все работает, и старый уже отформатировать и убрать куда подальше, ну, если он плохой. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедово. Ну, в общем, пересобрал я железячку и запускаю вот эту вот систему, которая только что... Образ, который только что восстановил на жесткий диск. И раз она запускается, значит все нормально. Ну да, все нормально, работает системка. Образ, который я восстановил на жесткий диск, вот он работает. То есть система, как ни в чем не бывало, грузится, все хорошо. Ну а на этом все. Всем покедово.